Всем здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда и Горелли. Мы продолжаем летсплеить Minecraft полностью. Ну всем привет, дорогие друзья. Что ты скажешь? Верно, так точно. Как-то так. Да-да-да. В общем-то, решили мы за кадром, что игроки этой серии работают с кустами, а я решил, что пойду немножко покачаюсь. Мне осталось 5 уровней докачать. До 30-го. Да, с кустами. Это значит, что надо пойти и сделать. Во-первых, надо шкила сейчас. Япона, мать, что за полет происходит? Деревянный плейнус. Уголь есть? Угля нет. Угля нет. Оу, что это за яма? Откуда? Какого черта? Лол. Что такое? Где яма? What the hell is going on? Да тут лютая яма. Тут был тот самый, видимо, который блоки кидает, ублюдок. Придется подниматься на блоках тоже. Так скажи, где эта яма-то? Я сейчас закопаю ее, не переживай. Да тут недалеко от нашего дома. Ну, в основном, да. 22. Закопал все. Норм. Готов дальше к труду и обороне. Так, там этот ублюдок ходит уже вовсю. Это, конечно, не есть хорошо. Ублюдок по имени Огр. Такой он желанный. Как стюардесса по имени Жанна. Да. Умри, умри, пожалуйста, надоел. Ты тоже умри, собака-пес. Мой собака-пес. Где сделать подвал с кустами? Уж я даже не представляю, где копать тут. Уи! Терочка моя удача. Ну что? Ох ты, я слышал. Да, это было обидно. Возможно, даже очень. Наверное, я сделаю вот сюда. Проход. Проход, проход. Ну а что, здесь прохода нет? Что бы не сделал? Здесь будет темное помещение с кустами. Умрите, гады, тут столько зомби плавает. Тут настоящая битва подводная происходит. Грядет битва, мой сыр. Уголька насобираю. Так, это будет окошко, которое я сейчас закрою. Из последнего окошка вдруг посыпался горошек. Ты сегодня с сказками разговариваешь? Да. Я просто знаю, что сказать, мне надо реально такие лютые файты. Страшнейшие просто. Блин, тут опять этот ублюдок, который собирает кусты. Точнее, не кусты, а все подряд. Кусты собираешь ты. В данный момент. С кустами работаю я, да. Так, быстрее, меч. Прикольно. Нашел тут, в общем-то. Вот это сделаю. Кое-что нашел, в общем. Опыт-то где? Еще опыт не дают, уроды. Блин, тут, короче, одному реально не в кайф. Сейчас ночь. Надо учитывать. Так я специально ночью вышел. Что ты сейчас делаешь, в принципе? Ты не хочешь сделать ферму животных по-быстрому? Сейчас день дождусь, зачарю себе что-нибудь. Только так, чтобы никто их не сожрал. Я понял тебя, постараюсь. Это одно из самых таких простых и в то же время нужных заданий. Напомню, что мы постараемся выполнить задания, которые нам оставляли подписчики в первом и втором сезоне, и Горелли выписал их на бумажку, и получилось около 50 различных заданий. Возможно, да, некоторые точно. Из них он даже может засчитать в ближайшие. Возможно, и не будет. Ближайшие пару серий. Да, чё их зачитывать? Ну, ладно, давайте зачитаю, что ли. Тогда я не буду ничего копать. В то время зачитаю. Сейчас сдохну, короче. Скажу точно, что мы сделаем, что мы не сделаем. Ну, скажу точно то, что понимаю, что мы из этого сделаем и что мы из этого не сделаем. Так. Поработать с кустами. Делаю. Сделать ферму животных защищённые. Делаем. Балда делает, сейчас будет делать. Буду делать, я бы сказал, да. Прогулять по миру, но это на самом деле побольше королевства данжи. Много таких просьб просто было, я, ну, так скажем, объединил их. Погуляем еще, найдем какое-нибудь королевство стопудово. Я думаю, да, вообще без проблем. Будем разбавлять серии технические, там, не знаю, крафтовые. Убить гидру и нагу, да, или как их там зовут-то? Да, это тоже хорошая тема. Это обязательно найдем по одной штучке, да, в Твайлайте. И, ну, по крайней мере,
постараемся их убить. Я не знаю, что из этого получится. Скорее всего, все получится. Я тебя перебью немножко. Прикинь, оборотни перестали давать опыт почему-то. Я не знаю, почему. А они вроде не давали опыт. Серьезно? Вот да, чит. Да. Это очень плохая штука. Они плохие, убиваются только серебряным золотым мечом, а при этом еще и опыт не дают. Черт побери, у меня снимет место или имеет еще этого самого... этого. Ну, также есть прикольная штучка приручить черепаху, называть ее как черепашку-ниндзя, и у нее будет оружие. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что это типа... Ну, кто-то мне в комментариях писал, что это от разработчиков мода такая фишечка. Типа невероятная пасхалка. Пасхалка, да. Ну, в общем, надо будет глянуть с этим всем. Так, здесь как-то надо сделать так, чтобы... Тут, конечно, моб будут спавниться, наверное. А чтоб тебя подкинуло. Вот парочку зачитал, просто не хочу сейчас полсилия на это тратить. Да нормально, нормально. Ближайший зачитал задание. Теперь подписчики, по крайней мере, знают, как бы, планы на наши следующие серии, на эту тоже текущую. И уже понимают, что мы хотим получить. Ну, получай, пес. Так, да. 28 левелов, уже светает, блин. Надо скорее выбираться и мочить всех, кто там еще остался. Осталось воротцов довольно много. Ох, офигеть. Типа качаешься там? Да-да-да, качаюсь. Я ж тебе говорю. Еще немного осталось прокачаться. Ох, упал в самую клаку мира. Давайте, вонючие, как вас там. Ну, вы поняли. Ох, огр пришел. Ох, япона, мать, такой хардкорыч. Это опыт падает. Падает уже 29 уровней. Также были, ну, естественно, много заданий там было. Я говорю, как 10, я зачитал первые 6, по-моему. То есть там, на самом деле, некоторые невыполнимы, в принципе. То есть я сейчас вот могу посчитать невыполнимое. Это сделать последнюю квантовую броню и сделать и обе улучшить до летающих. Ну, как бы, я сам не пробовал, но потому что говорят, это мы к концу сезона одну только летающую сделаем. Это в лучшем случае, конечно. Поэтому и говорят, что они в принципе не очень. То есть летают они прикольно, но заканчивается энергия буквально там считанные минуты. Толку от них никакого. Да? Даже так? Лучше летающий. Да, очень много жрут, короче, если по-русски сказать. Понятно. Энергия. Все, 30 уровней. Ае, мафака. Сейчас еще тигры завалю с медведем на закуску. И, собственно, бегу домой. А у нас камни есть обычно. Так. Да, есть камни. Чем приручается овца, ты мне расскажешь? Овца? Пшеница, ну, в смысле, обычно, да? Пшеницу тащить надо, да? Не то, чтобы она приручается. Ну, я имею в виду, что идет за тобой. Что фирма жёлтых начинать надо с овцы. В любом случае. А еще нужно поднять все-таки место какое-нибудь нормальное начало построить. Конечно, овца это самое то, я говорю. Куча бэкпаков обеспечена. Так, сначала небольшая сортировочка, потому что у меня полностью забитый бэкпак, единственный мой, и, собственно, все карманы. У тебя же было 2 или 3, по крайней мере, 2 было. Да я точно. Что-то всрал, что-то не помню где, не знаю. Могу дать тебе парочку, ну. Но... Да не, спасибо, нормально. Пока, если ты так. Не увлекайся. Апатиты, я просто такой, один апатит туда положил, единственный, больше там ничего нету. Копер. Сейчас здесь. Так. Вообще что-то как-то странный сундук, этот апатит, он тут нафиг не нужен. Ну ладно, пусть будет. Так, хорошо. Булыга, всякая фигня, кремень можно выложить, в принципе. Также можно положить яблоко золотых, 2 штуки. У нас уже больше стака. Ой, есть пшеничка, заодно возьму себе пшеничку тогда. Примерно так, штук 10. Так, теперь инструменты. Так. Здорово. Оп, привет. Я ушел. Так. Тут были шкуры, кожа, всякая шляпа. Сюда можно положить. Ниток тебе 45 штук, чтобы ты счастлив был. Я счастлив, прям вообще сразу. Так, а ты говоришь, он стекло был бы этот самый. Сундук был по стекло, да? Правильно? Не помню уже, честно говоря. Строительный блок, я вижу сундук. А, вот да, нашел. Вот здесь нормально, кстати, стекла так неплохо. Очень даже неплохо. Так, ростки саженцы, всякое дерьмо это у нас. Вот сюда, где он?
Только что же видел. Какого черта? Вот. Так, хорошо. Что-то я неправильно выставил, видимо. Ну ладно. Надо думать, как, какие, что. Так, Сильвер. Пыль, вот осколки и прочее. Да? Чем ты там занимаешься? Расскажи еще раз с этими кустами. Кустики, да, дело. Так, так, может быть, не хочешь пересадить какое-нибудь нормальное место где-нибудь на улице, построить под них специально какое-нибудь? Нет, ты же, ты можешь посмотреть на складе, я там сделал ответвление. Они должны расти в темноте и на камне. Толку-то, что на улице. Понятно. Алюминий. Алюминий сажаем. Буквально два ряда алюминия. Так, булочник можно пойти, наверное, скинуть. Черт, на растопку. Ладно, на будущее. Полублоки, полублоки. Эти кусты, в принципе, они не то чтобы супер. Крови, полублоки, полублоки, полублоки. Камень оставим. Так, так, предмет из булыжника. Каменные ступеньки, стены из булыжника. Камень. Копер. Чё я посадил, алюминий или? Камень. Хм. Отлично. Ладно, окей. Дерево, доски, песочек, немножко этого туда, этого сюда. Так, оружие, лук. Look at me, my friend. Да, в принципе, без проблем. Так. Я, честно говоря, потерялся, где я что расставил. Я вот не сомневался нисколько. Медный рудак, камень, еще камень, еще хорошо. Серебряная всего одна, что? Все. Так, давайте это уберем. Так. Egg hatching soon, keep watch. Комрад. Ну, это не очень. Да норм. Просто не умеешь их готовить. Так, ну что у нас? Серебро. Оно как раз у меня два серебра. Так, давай, 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 переправляй это говно. Алюминий сюда я посадил, поэтому оставшийся алюминий сюда положу. Серебро. Честно говоря, не знаю, куда я серебро посадил. Сажал еще куда-нибудь или нет? Сажал ли ты на ночь без дыму? Да уж, похоже, не сажала ничего. Серебро, ладно, сюда. Оп. Так. Так, так. Нужно где-то здесь сундук, во-первых, еще поставить. Выставить сундук. А где-то золотой у меня был. Да, отлично. Сойдет. Навсегда хватит. Pulverized gold. Подождем немножко, пока это говно делается до конца. Все, кончился жар. Жара кончилась, да? Жар закончился. Ладно, тогда не будем ждать. Хотя нет, одно еще. Дождемся этого дерьма. Теперь вот так сделаем. Так и вот так. Хорошо. Цикада. Рассортируем по-быстрому это дерьмо. Закинем железка к железке. Закаленное железка к закаленной железке. Я думаю, это все одинаковое. Вот, нет. Копер к коперу. Медь к меди. А прах к праху. Так, тина, да что такое у нас? Это у нас олово. Уходит сюда. Big Cat Claw у меня есть. Практически как Dead Hand. Отлично. Но не совсем. Просто отлично. Что бы ты ни сказал. Угу. Хорошо. Здорово. Так, оружие нет. Инструменты. Лук. Так, эти штучки выбросим пока. Штучки. Так, мне, пожалуй, надо кирку, наверное, новую делать, потому что меч у меня, в принципе, два есть хороших, а вот кирка у меня одна, и она так себе, что-то как-то ни о чем. Так что сделаю-ка я себе кирочку. Ты можешь утилизатор еще один сделать. Что сделать? Утилизатор еще один. Не-не, пойду сейчас заниматься фермой, я только кирку сделаю и пойду. А, пусть все разные будут. Утилизаторы.
Утилизатор. Ути-ути. Типучи. Что это за говно, кстати, тут растет? Кто мне скажет? Ты сделал это дерево? Да. А, там блок сломался. Чтоб тебя подкинуло и разорвало. Да ладно тебе. Да ладно, ладно. Все же замечательно. Великолепно, я бы рассказал. Так, клык вонючий выложить. Вот с мобов. Так, я снова начинаю складывать булыгу в этот сундук. Еду. У нас так много булыги. Да. И теперь я делаю это больше, чем может переработать утилизатор. Это же великолепно. Тебе даже больше скажу. У нас скоро сундук забьется до конца и будет... И будет все. Это же просто великолепно. Фарш. Фейл фарш. Как хочешь назови. Я, кстати, довольно сильно покоцан на броне. Ну, да хрен с ним, ладно, ничего страшного. Все, пошел тогда искать место под ферму будущих. Давай, ну желательно где-нибудь рядом с домом совсем. Животных. Я думаю, что во дворе самое то, на самом деле. Во дворе вообще отличное место. Мы там уже пытались сделать, но волки... Просто пытались сделать там плохо. Очень плохо пытались. Так, мне 14 левел. Не знаю, что чарить, поэтому буду разбирать на железной слитке всякие вещи. Тебе тоже, кстати, рекомендую, если только что. Окей. Лишний левел будет. Блин, ну по идее ферма неплохая, если ее продолжить, на самом деле. Может быть, имеет смысл. Дай-ка посмотрим. А еще мне сказали, что банки пустые, надо в печку бросать. Ну-ка. Есть пустая банка. Пузырек воды. Могу ее выпить. Ты можешь все, что захочешь. Нет, ребят, ничего не происходит. Так что все нормально. Да? Все нормально, что ничего не работает. Круто тебе. Короче, так что это не лично. Это не у нас просто, значит. Это так, что собираем снова кусты все, которые найдем. Ну и штуки тоже. Я тебя понял, что это за полево. Возможно. Возможно, когда-нибудь я посортирую вне серии, если Валдай будет не против. Конечно, против. Что за глупый вопрос? Ой. Да здравствуй, сортировочные серии, говорили тебе подписчики. 100-то дня, что ли? Да. Типа того. Какая? Подкидывание силы 3, ух ты. Больше кустов я пока не наблюдаю в этом сундуке. Так, что делать вот тут, этом, надо подумать. В этом наблюдаю, отлично. Кровавое дерево, может, посадим где-нибудь здесь? Посади. Ай. Так, ну допустим, хорошо. Спускаемся типа ниже. Ну, типа еще на блок ниже. Зря я дерево выкопал, ну ладно. Так. Все подряд, короче, сажать буду, а потом я еще что-то переставлю. Уже просто заблудился, забыл какие-то посажены уже. Лоу, прикольно, прикольно меняется. Забавно. Мне не выйти с этой западни. Здесь полно кустов, похоже. А Скайбери Баш это точно не то. Так, Голд Орбери. Вот Голд надо посадить как можно ближе. Вот здесь, например. Очень. Блин, ну там наш дом получился. Или нет, нет, наш дом там же был. Тут ничего нет как раз. Тут можно продолжать. Ну, а трава все вообще великолепно. Не обращай внимания, сам с собой поговорю немножко. Так разговаривай, это же шикарно. Слушай, вообще иди-ка лучше поспим. Опять ночь. А я еще кирку забыл зачарить. Ждай, пока чарю, ты поднимайся потихонечку. Под себя можно копать? Под себя расскажи можно зрителям. Подниматься. Конечно, можно. Даже нужно. Все уважающие себя майнкрафтеры только под себя и копают. И ходят и под себя и тоже. Как это, да. Так. Поспать? Эффективность 4, мать твою. Отличная кирка. У меня такая уже есть. Теперь у меня две кирки на эффективность 4. Так, это очень быстрые, хорошие кирки. Пойдем. Великолепно. Давай, да, поспим. Уп. Ну что ты, не ложишься. Пороро. Почти как порно. Только пора. Упоротость. Пора. Упоротость. Там. Слушай, камень появляется сам по себе. Нормальная тема. А вот ты его, наверное,
предположим. Так. Эх, что-то тут вообще как-то жестко вообще. Да? Угу. Не все правильно выстроено, наверное. Так, здесь на деревянный кубик, который у меня нет. Ладно, дерево мы успеем еще добыть. Вот эта большая херотень, конечно, тут может быть и не совсем в тему, но оставим, уже деваться некуда. Хорошо, теперь думаем дальше, что делать здесь. Надо тупо продолжить вперед и потом расшириться. Главное не докопаться никуда в нужное место. А можно, наверное, ниже спуститься, просто еще на клеточку на одну, да. Я слышу, зомби, он меня напрягает. Ты не можешь что-нибудь с ним сделать? Нет, я на улице, дворе, и ради одного зомби днем я никуда не пойду. Поговори с ним хотя бы. Зомби, how are you, my friend? Он скажет, что все в порядке. А еще ты его френдом назвал. Конечно, френд. А кто же он еще? Так, допустим. У меня будет самая лучшая фирма в мире. С блэкджеком и куртизанками. Отлично. Не впервые я это слышу. Однако там всех сожрали. Да сейчас все будет. Ты просто не умеешь их готовить. Те, кто жрали, умели. Так, видимо, вот так. Великолепно. Еще нужен второй слой. Просто великолепно. Теперь с этим вонючим деревом надо разобраться. Раз, два, три, четыре. А почему четыре? Потому что здесь должно быть расстояние. Значит, здесь надо вниз. Так, хорошо. Ой, я тебя вижу. Великолепно. Твой ник, точнее. Очень рад за тебя. Так, значит, здесь мы делаем все-таки вот это говно таким, правильно? Правильно. Здесь у нас этот забор вообще, в принципе, нафиг не нужен, потому что мы переделаем по-другому. Отсюда его, наверное, убираем. Кто придумал этот забор? Наверняка и горели. Да стопудово. Кто же еще мог? Правильно? Конечно. Конечно, правильно. Раз, два, три ступеньки. Косяк. Как-то так, наверное. Здесь все наоборот должно быть. Так, хорошо. Здорово, здорово. Здесь тоже повыше. Животным нужно пространство. Зачем? За шкафом. Да, я и говорю, не надо. Пусть сидят все в одном. В одном чем-то. В чем-то одном. В общем. Так, нужна кирка на шелковое касание. Так. Как-то так, что ли? И копает другой кирку. Вот дебил. О, боже мой. Ладно, хоть сейчас заметил. Мне, в принципе, немного камня нужно, поэтому все нормально. Мне хватит. То есть здесь ни одного нет куста, здесь кусты. Пожалуй, все. Хотя теперь выкопаем верстак. Заделаем это место камнем. Кустиков уже мало осталось. Ох, лол, какая труба. Кстати, коппер. Ну ладно, забавно. Пусть растет внизу. Некоторые уже почти полностью выросли, представляешь? Представляешь. Там, похоже, им не важно, свет, не свет. Я знал, что ты меня обманываешь. Да это меня, значит, обманули. Ой, надо эти штуки побросать. Да я сам не хочу в темноте ходить, мне это неудобно. Так. Сейчас, пожалуй, сделаем все. Япона, мать, сломал. Сломал нам лестницу. Плюс внутри доделалось. Ну, вроде здесь ничего нет. Теряюсь все время. Так. Не теряйся. Найди, стряхнись и зарядись. Угу. И обернись. За этим стоит крипер.
О, нет. Бежим. It's a creeper. Ну чё, куда я поднимусь? Так, стоп, снова булыги полно. К этому чё я поднимусь? Ну, там снизу, я знаю. Столько булыги. Семелечку надо убрать. Янтарь. Куда отнести янтарь? К янтарю? Ты сортируешь там, что ли? Ну да. Чуть-чуть. Отличное занятие, братюня. Просто лишняя хвост. О, я знаю, что я сделаю. Я сделаю все это с помощью... А, не получится. Мать, не хватает нам, да, этого дерьма. Какое еще стекло есть? У меня говорили, укрепленное есть, а еще какое-то есть. Нет? Не знаю. Боюсь, что я не знаю. Я только укрепленное знаю. Так. Иди, курочка, ты свободна. Я нашел еще кустов. Еще и еще. Еще кустов нашел. Железных. Таких нашел. Так, оп, так, оп, так. Алюминиевые. Я сажаю алюминиевые огурцы. Ну, стоп, один что ли был? Я их боюсь, что лестница была, если она сломалась все равно. Уже алюминиевые. Там уже не должно было быть лестницы. Поэтому будем надеяться на лучшее. Тут все закапываем. Закрываем. Скажи, вот наши змеи, они же должны атаковать неприятных зомби, которые к нам ломаются. Должны, по идее, да. Какого черта они этого не делают? Ой, янтарь. Хороший вопрос. Это же ручные змеи. Змеи цепные, так скажем. Главное, чтобы были не брючные. Брючные могут быть. Без проблем. Такой экстра юмор. Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас половина не поняла. Ну и хорошо. Но расшифровывать не обязательно. Вот и хорошо, да, я о том же и говорю. Чё ты там занимаешься-то фигней всякой? Иди помоги мне лучше с фирмой. Да как? Нет, столько всего нужно сделать успеть. Например? Например, кусты разобрать, я же тебе говорю. Ты ещё не закончил с ними разбираться, что ли? Прикинь, нет. Боже мой. 13 алюминиевых кустов еще. 13 алюминиевых кустов. Золотые перья, на них можно летать, да? Или как-то так? Ну, что у нас? Purple flower есть. Flower. Purple. Английский сигарели. Так, все хорош. Да-да-да. Только сказать хотел, английский сигарели. Опередил меня. Наша постоянная рубрика. Сумасшедшей эффективности, я бы сказал. Я пока показываю тут уроки ландшафтного дизайна от Валдая. Отлично. Ну так себе. В целом все, короче. Вроде как все кончились. Не знаю, где у нас еще есть нерассортированные сундуки. Только там же? В нерассортированном месте. Наверное, там же. Хорошо, где это нерассортированное место? Не знаю. Посмотри по сторонам. Не поместилось нифига все равно. Так, ну например. Предположим, допустим. Здесь предлагаю еще раз сделать ниже. Так, ну. Что факел упадет. И вот это все тоже срубить. Так, 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 так. Я сделал одну такую длинную кишку с заходом за угол. Из разные комнаты будут в ней под разных животных. И со временем мы с тобой их наполним. Хорошо. Наполним трупами животных. Именно это я и хотел сказать. Так, пойду-ка я немножко добуду сразу дерево. Дуба. Это стаков 50-60 примерно. Больше мне не нужно. Вот так и вот так. Ангел. Ай-ай. А где можно добыть дуба по-быстрому? Конечно же, в крокодиловой роще. Да хватит мне бить кусты. Ваша мать. Ну, или в мертвой деревне. Деревня мертва же у нас тут самая ближайшая к нам, да? А, честно говоря, даже не знаю. Ну, вроде да. Да, мертва. Там Angry Zombie ходит. Angry Zombie живут теперь в деревне. Angry Birds, только Angry Zombie.
Да. Зомби. Зомби. Песня такая была, группа Ария, слышал? Зомби. Старая-старая такая, древняя. Кипелов пел. Честно говоря, не знаю, слышал. А может даже не Кипелов, может это самый... По-моему, даже не Кипелов, знаешь, кто пел? Это альбом Авария, слышал, там, где... А, самый-самый, что ли? Первый или... Басист, где поет, короче, все песни. Акустический альбом. Ужас. По-моему, я слышал. Не, ну, кстати, нормально, на самом деле. Некоторые треки очень даже ничего. Не все, конечно. Только слишком выборочные все. Один-два. Ну, вообще, да, на басухе он играет гораздо лучше, чем поет. В этом я тоже не сомневаюсь. Так. Что-то звуков столько много. В общем, ферму пришлось сломать. Некоторые кусты уже прорасти, ты представляешь? Крутяк. Дом, которые на свету были, по-моему, быстрее растут. Так что, все это фигня, надо свет ставить. Все это рок-н-ролл. Как пилось в песне. Свет нужно ставить. Снова темнеет, снова проспать. Понимаешь? На каждом уровне по факелу. Ой-ой-ой. Слышишь меня, что я говорю? Слышу. Тихо, меня бьют кусты. Я же вас взрастил, а вы меня бьете. Да уж. Кушает. Не заметил. Безостановочно. Не обратил внимания, да. Угу. Так, здесь факел, здесь факел. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. На высоком я дубу, вниз копаю сквозь лесу. К пауку сейчас приду. Так ты хотел закончить? Да, именно так. Спасибо за то, что помог мне. О, черт. Так и знал, что ошибся. Опять этот ублюдочный голем, который собирается из миллиона других частей. Потом наносит ответный удар. Любишь его? Ответный удар. Ответный удар, да, просто как это самый терминатор. Шикарно. Надо его положить мечом. Да в жопу мы его. Так, мы так и не попробовали. Очень далеко. Мы так и не попробовали. Говорит, зря мы кирками махали. Очень я пошел домой, короче, давай встречаемся. Тут уже оборотни всякие, всякая фигня, спать. Я имею в виду надо. Ой, я слышу огр. Убей огра. Да где он? Я не вижу его. Он, наверное, ломает нам дом, предположительно. Ну, крутяк, я не вижу никакого огра. Ну, не клам этого огород снова. Пойду проверю огород. Я смотрю уже. Вроде все пока тип-топ. Ну, вроде тихо все, да. Ладно, год распать. Факелов натыкано. Корова ходит. Гоу спать. Ну, пойдем. Зомби у нас дома ходит. Вообще. Вдобавок. С яйцом даже. Все, давай. Спокойной ночи. О, пищ, один. Да, нормально. Вот поговорили. Пячка. Отлично. Так, надо закинуть картофанчик и пожариться. По-быстролянам. Любишь жирный картофанчик? Ладно, давай чуть ниже все-таки сделаю, давайте. Давай, согласен. А то что-то как-то неудачно вышло. А на утро из меня вышла черепаха. Помнишь? Да, это опасный видеоролик, вирусный. Да. Есть чуть-чуть. Так, что мне еще пока не пригодится? Ну, пока лук этот берем. У меня пока тут два еще есть. Не понравилось мне, что там испоганился чуть-чуть. Отлично, готово, здорово, хаваем картофанчик, восстанавливаем здоровечко. Здоровечко, дорогой. Цикада как громко цикочет. Слишком светло, что ли, что? Ты солнечные панели ты будешь делать для стеклянной комнаты? Все-таки слишком светло. Или все-таки не будешь? Что я буду делать? Солнечные панели. Так, мы ждем, пока материя сгенерится.
Мы ждем солнца? Достаточно. Ну, солнце потом тоже будет. Итак. Кончились снова. Так, мне нужна одна лестница. Так, подожди-ка, что-то я тут... Одна. Куча снова камня. Я весь камень забрал. Там... Да, у меня, знаешь, сколько часов будет? Забирай, короче, я не против. Ей все-таки влияет свет. Я вот не могу понять, потому что я не смог поставить куст рядом с факелом. Ну, наверное, влияет. Баг какой? Да вряд ли. Жук. Жук-баг. Жук-баг? Ну, баг же слово жук. Да. Еще, знаешь, как жук по-английски можно назвать, как сказать? Битл. Битлджус. Ну да, битлджус — это жуковый сок. Или жуковый. Сок жуков. Кому как больше нравится. Ладно, я, в общем, закончил. Ну, в общем, молодец, возьми с полки огурец. И пора заканчивать и нам с тобой. Да. Вот такая вот фигня. Если так дальше пойдет, то мы все задания не выполним. Слушай, я придумал, что за дерьмо можно сделать, чтобы исправить это говно. Хорошо, давай заканчивать. Ладно, я тебя понял. В общем, дорогие друзья, спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на наших каналах, подписывайтесь на них, чтобы не пропустить продолжение. И, конечно же, ставьте лойсы. Чем больше, тем лучше. Да, давайте, друзья, мы увидимся с вами в следующих сериях, если вы подписаны. Так что удачи и всем пока. Пока-пока.